Добрый день, дорогие друзья! С вами арт-галерист и куратор Алик Ветров, Одесса, Украина, галерея Капучино. И предновогодняя ярмарка, рождественский ажиотаж в ТРЦ Ривьера. Сегодняшнее видео посвящено именно этому событию. Прежде всего, начался отсчет, традиционный, предярмарочный. За 30 дней мы начинаем отсчет до того момента, как стартует наша ярмарка. И именно сегодня этот день. Также в этот раз у меня два юбилея. Первый юбилей. 30 лет назад я впервые принял участие в ярмарке. Это была выездная ярмарка. Приятные юношеские воспоминания. И 5 лет с того момента, как впервые была организована и проведена предновогодняя ярмарка «Рождественский ажиотаж». Ставшей традиционной перед Новым годом в ТРЦ «Ривьера», наша ярмарка, как всегда, привлекает к себе внимание и мастеров, и посетителей. Мы уже занимаемся подготовкой этой ярмарки на протяжении нескольких месяцев, и эта подготовка подходит к финишной прямой. Про детали и особенности этой подготовки я вам рассказывать не буду, они вам не интересны. Самое интересное то, что будет более 60 участников разнообразных, будут благотворительные фонды разные, будет несколько мастер-классов, будут работать аниматоры на ярмарке, которые будут завлекать посетителей, рассказывать о том, где какие мастера стоят, с какой продукцией и как их удобнее найти. В этом году будет 3 локации в ТРЦ Ривьера. И все они достаточно по-своему интересны. В каждой из них будет представлено несколько десятков мастеров. Какая же продукция будет представлена? Это будут ювелирные украшения из натуральных камней. Будут одежда, шапочки, кардиганы. Будет мыло натуральное, авторское. Будет декупаж. Будут новогодние игрушки. Будет много бижутерии авторской с натуральными камнями. Печенюшки, гринтвейн. Все, что традиционно связано с предновогодними праздниками. С поднятием настроения и позитивного времяпрепровождения. ТРЦ Ривьера подготовит несколько интересных фотозон. Где люди смогут тоже приятно отметиться. Изюминкой нашего мероприятия совместно с ТРЦ Ривьера будет беспроигрышная лотерея. Призовой фонд составляет 10 тысяч гривен. Это будут ценные призы. Каждый покупатель, который совершит покупку у наших мастеров на сумму, которую мы объявим чуть позже, и условия участия в беспроигрышной лотерее, получит ценный приз. Браслеты, брелки, магниты. Все то, что прекрасно вписывается в подарки на Новый год. Итак, ждем вас на нашей ярмарке через месяц, через 30 дней, в ТРЦ Ривьера, рождественский ажиотаж, Одесса. До скорой встречи! Делайте подарки своим близким авторские. Это знак качества. Сумки, кожаные изделия, украшения с натуральными камнями. Это всегда прекрасный подарок для близких, если вы их любите и цените. Уникальный подарок. Ни с чем нельзя сравнить. С вами был арт-галерист и куратор Алик Ветров. До новых встреч. Пока-пока.